каждый концерт становился для нас некой возможностью что-то такое учудить. Я слушаю, я слышу, я нахожу. Снег, белые цветы, птицы и мосты, лед, вода, жизнь. Самый знаменитый образ полицейского из концерта в концерт проходил, он же случайно возник. То есть это был Андрей Штинхед, который ездил в Лондон в свое время, еще будучи очень юным, в какой-то туристической поездке, привез сувенирную каску полицейского. Она у него валялась дома, мы ее увидели и все пустили в оборот. Родился вот этот образ, когда выходит на сцену полицейский, то есть я... Становится перед микрофоном, молчит, все в ожидании, то есть что будет. И он начинает издавать звуки типа «Ай, ты тырничишь, а папишься, будем пятиться». Это было неожиданно и для меня самого тоже, но так это все началось.